По данным Пермстата, в сентябре 2023-го индекс потребительских цен на товары и услуги в Пермском крае составил 101%. Наиболее заметно цены выросли на строительные материалы – более чем на 3%. За исключением красок, линолеума и металлочерепицы, которые подешевели аналогично в пределах 3%. Как отмечает директор одного из строительных магазинов в Перми, стоимость ряда материалов выросла почти на 30%. К началу строительного сезона повышается спрос, соответственно, люди в течение зимнего периода закупают товар, пополняют склад, и ценник поднимается, да, соответственно. А второе – это все-таки текущая обстановка, какие-то новые изменения, которые вокруг нас. То есть понятно, что санкции, логистика, изменение курса доллара. То есть вот все моменты инфляции, это все сказывается. С удорожанием стоимости строительных материалов, соответственно, выросла стоимость и ИЖС. Как отмечают представители рынка ремонта и строительства загородной недвижимости, сумма на эти услуги увеличилась на 30-50%. Цены изменились на 30% на разные группы товаров, которые связаны с ремонтом и строительством. В сезон всегда растет в цене газоблок и кирпич. Кроме того, были перебои с поставками газоблока. С ростом цен на строительные материалы сдвигаются и сроки строительства домов. По мнению экспертов, при планировании бюджета на стройку клиенты зачастую не укладываются в рассчитанную сумму. В силу того, что дорожают строительные материалы в целом на рынке, да, соответственно, клиентам приходится делать выбор в сторону более дешевых материалов это раз, либо, значит, уменьшать площадь постройки, либо где-то отдалять строительство, если есть такая возможность купить землю, например, чуть дешевле, чем он хотел, да. Несмотря на полугодовой рост цен на строительные материалы, сейчас в Прикамье наблюдается стагнация цен. Это связано с окончанием сезона. Однако в следующем году удорожание специализированной продукции может составить еще 15%, резюмируют опрошенные эксперты.